У охотников Тюменской области появился свой личный кабинет. На региональном портале госуслуг они могут получить охотничий билет, разрешение на добычу и поучаствовать в жеребьевке. Также при оплате госпошлины через портал гарантируется 30% скидка. При этом посетить МФЦ или госохотуправление придется всего один раз, чтобы забрать готовые документы. Добавлю, что всего за прошлый год через региональный портал было оказано более 20 миллионов услуг. Самые популярные из них – запись к врачу, передача приборов учета, электронный дневник и не только. Количество услуг в электронном виде постоянно растет. В 2016 году это было 56%, то за первый квартал 2017 года у нас сейчас, вот цифры я вам показывал, 62,7%, почти 63% уже услуг оказываются в электронном виде. С точки зрения нашего показателя, это должно достигнуть 70%.